Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня Владислав зовут, я старший специалист по проекту Crypto Invest Club. Я вот вижу, у нас регистрацию проходили на платформе. Да. Правильно понимаю? Да. Отлично. Ирина, скажите, я почему звоню вам, чтобы обсудить детали и, может, рассказать вам про суть, собственно, нашего проекта. И мы познакомимся с вами. Да, давайте, рассказывайте. Так, Ирина, скажите, пожалуйста, во-первых, хотел поинтересоваться, у вас уже опыт в этой сфере был раньше, в инвестициях? Нет, я только читала, в рекламных проектах читала, что предлагают там инвестиции, но пока еще опыта не было, только собираюсь его приобрести. Ага, Ира, я вас понял. Слушайте, Ирина, вы у нас на сайте были, сайт наш смотрели? Ну, так, мельком. У вас, по-моему, мельком, там Amazon, потом да, это наша, Apple. Так сказать, компания, с которой мы сотрудничали. Uh-huh. Да. Так, смотрите, там на сайте, как бы, посмотрите сайт, очень хороший сайт, делают цены для клиентов, там внизу есть очень хорошие отзывы, уже наши клиенты, которые с нами работают, мы сняли, каждому приехали в город, сняли с каждым отзыв, вот, люди рассказывают, как они работали с нами, как начинали и так дальше. Для вас, как для клиента, чтобы убедиться, да, в уверенности нашей компании, то есть будет хорошо посмотреть. А вы в Казахстане хорошо работаете? Смотрите, мы работаем по Казахстану и по России работаем. То есть сейчас два направления. Казахстанское направление уже развивается потихоньку, потому что было только в России. Сейчас уже в Казахстане начинаем. Уже есть опыт на Алматы, начинаем немножко в Казахстане работать уже в этой сфере. Ага, хорошо. Вот. То есть у вас, например, опыта, значит, не было. Скажите, что знаете про криптовалюту вообще? Ну, про биткоин слышала, эфириум, да, про литкоин. Да. То есть слышали что-то про это? Да. Хорошо. Скажите, вы вот сами вообще чем занимаетесь, где работаете? Специалистом какой профессии являетесь? Ну, как бы вам так в двух словах-то сказать. У меня работа такая вот связана, в общем, с секреткой. То есть это, какое направление, то есть? Какая сфера хотя бы? Не могу так вот разглашать, но там, в общем, я дала подписку о неразглашении. Понял. Ну, вообще, что это, например, продажа, это какие-то, не знаю... Нет, секретка, это в органах работают. В органах работают. Да. Все, я вас понял, в органах. Хорошо. Скажите, долго вы работаете в этой сфере вообще? Да, долго. Долго работаете. Понял. Хорошо, если секрет, я вас не буду открывать ваши секреты. То есть, мне главное было понять, кем и где вы работаете. Скажите, а сколько вам лет? Вот по голосу слышу, молодая девушка, то есть сколько вам лет вообще? Ну, мне сейчас 18+. 18+. Да. Понял. Мы просто работаем от 21 года. Я надеюсь, вы больше 21 года. Ну, и мне, конечно, больше 21. Слушайте, ну, еще могут учить, я вам скажу. Голос у вас очень молодой. Угу. Хорошо, я вас понял. Про работу вашу поняли, то есть я понял, то есть скажите, пожалуйста, еще такой вот хотел поинтересоваться, почему же работу спрашиваю, не хотел поинтересоваться, какой у вас сейчас заработок вообще в месяц, на который вы выходите, например, то есть какую сумму сейчас в месяц вы зарабатываете, например? Ну, ближе к 80 тысячам рублей. 80 тысяч рублей? Ну, ближе к этому, там, плюс-минус 5. Слушайте, ну, довольно-таки неплохая зарплата, вот я вам скажу. Да. Выше среднего. Скажите, а сами проживаете или семьей? Нет, мы с семьей проживаем. Семьей проживаете. Понял. Вот, еще что, почему хотел спросить вас, к нам просто приходят люди, знаете, с двумя целями. То есть кто-то приходит, чтобы сделать дополнительный доход себе, да, дополнительно зарабатывать, а кто-то приходит, чтобы разобраться с какими-то своими финансовыми трудностями. То есть у нас очень много клиентов, у которых есть кредиты, ипотеки. Вот, как бы. Я почему спрашиваю, чтобы понимать, ради какой цели вы себе ищете вообще доход. То есть у вас как вообще с кредитами, с ипотеками, то есть вы с этим не сталкивались, вам здесь или есть? Нет, я хочу себе купить Mercedes Super Кар. Да, видели, наверное? Видели, наверное, Mercedes Суперкар. В той же серии и BMW Avatar. Слушай, ну сколько он же дорого стоит, наверное? Ну, я думаю, дороже Lamborghini.
Я понял. Слушайте, ну у вас такие цели, я вам скажу, огромные на самом деле. Ну а почему бы нет? Ну что, это хорошая цель, хорошая цель. Машина — это хорошая цель. Хорошо. А окей тогда. Пойдем туда дальше, немножко дальше вам расскажу. То есть вы уже сказали, что вы знаете, что такое биткоин. То есть, да, вы, наверное, знаете, за какое короткое время, то есть эта валюта показала рост, да. То есть в 2013 году биткоин стоил еще 50 центов, а в 2021, да, совсем недавно стоил 65 тысяч. То есть, почему я веду, что в нашем бизнесе, то есть мы как раз таки зарабатываем на росте и падении курса валюты. То есть есть очень много криптовалют, то есть кроме еще там эфириума, биткоина, айкоина, есть еще очень много, да, валют, которые сейчас уже тоже, которым прогнозируется рост, и которые тоже в скором времени говорят, что тоже они вырастут, и то есть нужно в них инвестировать. А это Вот, что за да, крипта? а криптовалюта, которой мы занимаемся конкретно, Ну да. слушайте, там более 50 валют. То есть их очень много. То есть есть и которые известны, это, например, iCoin, то есть, да, как вы уже говорили, Ethereum, это Dogecoin, сейчас есть такая валюта тоже, которая очень пользуется спросом, BTS валюта есть такая. Это самые такие известные. То есть у нас на самом деле валют очень много, их там больше 100 вообще в мире. То есть на рынке их тоже очень много. То есть самое крутое — это то, что у нас есть сейчас это робот, да, вот есть два вида торговли, то есть они торгуют некоторые с роботами, некоторые торгуют с аналитиками. Вот. А у нас это робот, то есть искусственный интеллект. Это, как сказать, это искусственный интеллект, который анализирует весь рынок и покупает и продает самую выгодную валюту под присмотром наших аналитиков. То есть в день будет примерно происходить где-то 10-15 сделок, так сказать. С каждой сделки потихоньку будете зарабатывать. То есть, да, конечно, я говорю, что это не будет огромные деньги, да, я не обещаю, я говорю, что это будет прям тысяча Ну, я долларов. за год 400 000 евро смогу заработать? За год 400 тысяч евро, ну, если вы Да. будете улаживать, делать большие вложения, то с большим вложением будет просто Конечно, буду зарабатывать тысячу долларов. влаживать. Я уже прям так настроилась именно Mercedes Supercar себе за год приобрести. А влаживать так я вообще в первых рядах. Я понял, я понял. Это хорошо, это хорошо. Знаете, просто когда таких слышу вещи от людей, мне кажется, что они либо шутят, либо, ну, я не знаю. То есть вы серьезно со мной разговариваете, либо Ну, как бы конечно, я просто же сказала подводите свою свои мои слова. мечту. Я хочу 400 000 евро заработать за год, чтобы приобрести Mercedes Supercar. Хорошо, ну, Что ж берите, тут конечно. несерьезного? Нет, просто 400 000 евро — это достаточно очень огромная сумма. С нами вы, я не знаю, можете заработать, конечно, такие деньги, но очень много нужно будет вложить. То есть наша как бы структура нашего бизнеса построена на том, что человек вложит определенную сумму под определенный процент. То есть у нас же это 1-2% в день, то есть отложенную сумму вам будет капать. Вы покупаете себе какой-то абонемент, ну, не покупаете, а вкладываете на абонемент, который будет длиться месяц. То есть вот целый месяц он выплачивается каждый день по одному и двум. 1-2% от вашей суммы вложенной. Каждый день на протяжении 30 дней. После, когда 30 дней кончается, то вы можете себе взять другой пакет, там, например, да, с большим процентом, с большей суммой, например. Чем больше сумма, тем больше процент. Вот. То есть каждый месяц у вас А вы в этой возникает. сфере уже сколько лет работаете? Я в этой сфере работаю 5 лет. Угу. Как я в этой сфере занимаюсь. Ну, Да, и сколько. а сами сколько заработали, если не секрет, за А, этот слушайте, вы период? знаете, я занимаюсь привлечением клиентов и также параллельно торгую. Но торгую на рынке недавно совсем, вот, потому что как бы не хотел в это залезать, но если у нас я познакомился уже здесь работаю с аналитиками нашими, познакомился, мне аналитики уже подсказывают, что лучше покупать, что лучше продавать. Я уже торгую, то есть за последний месяц у меня был в плюсе на 1500 долларов. То есть это чисто на торговле своей, конкретно которую я торгую. Вот, за месяц я был в плюсе на 1500 долларов. Сейчас я еще как бы работаю здесь, привожу людей, да, в компанию клиентов и зарабатываю, соответственно, еще с этого процента. Вот, я работаю сейчас на два направления. Вот, сейчас конкретно. Да. Вот. И к Хорошо. чему я вел, да? Что, ну, то же самое, что вы, например, пойдете в банк свой, да, то есть как люди в банк заносят процент годовых, какие-то деньги, да, там оставляют, чтобы они росли. То есть мы сами понимаем, да, все, что в этих банках смешные проценты на самом деле, и смешные деньги там вырастают. Это то же самое.
самое, что вы деньги в банк, только это будет на нашей платформе. Вот. У вас будет личный кабинет, то есть в личном кабинете клиента сможете отслеживать все сделки, которые происходят, ваш рост, например, да, сколько вы заработаете за сегодня. То есть почему спрашиваю про сайт, потому что на сайте нашем вы можете там есть калькулятор специальный, вы можете сразу написать сумму, например, которую вы будете внести, и сразу получите свой доход в процентах. А, вы мне можете на WhatsApp скинуть вот эту информацию? Я сегодня после работы просмотрю. Да, могу, конечно, на этот номер, да, могу скинуть? У меня на этом номере находится WhatsApp. На этом номере WhatsApp. Да. Да, давайте я вам скину, я скину вам сайт нашей компании. Да, 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 давайте. Вон, да, 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 да. Послушайте там отзывы, мы сами вот хорошие. И можете украсть и так прочитать, например, сколько вы можете заработать. Угу. Хорошо. Да. И потом хорошо, я вам в WhatsApp тогда напишу. И мы созвонимся. Да, у меня на этом да, прям номере. Меня вы прям заинтересовали. Хорошо, если я скину вам сайт, все ждать, да, я скину сайт в WhatsApp, тогда посмотрите и напишите мне, когда вы будете готовы. Хорошо, да, давайте. До свидания. До свидания.